пациентка обратилась к нам с заболеванием односторонним тазобедренного сустава в виде коксартроза. Коксартроз идиопатический, то есть без известной причины сформировавшейся травмы пациентка отрицает. Страдает достаточно длительно этим заболеванием, в связи с чем нарушена ее повседневная активность. Ну, собственно, качество жизни значительно снизилось, конечность укоротилась. Пациентка приняла решение выполнить замену сустава, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Ввиду повышенной активности пациентки, несмотря на ее возраст, она много работает на приусадебном участке, занимается сельским хозяйством, любит пешие прогулки, какие-то, собственно, более-менее подвижные процедуры, ежеповседневные. Пациентка приняла решение установить протез с двойной мобильностью. Этот протез позволяет пациентке совершать, собственно, всю ту активность, на которую она претендует. Он обладает повышенной механической прочностью к вывихам, то есть его практически невозможно вывихнуть. Достаточно широкий спектр, большой объем движения у него позволителен. А вот, собственно, все. Надеюсь, сегодня будет хорошо. Пожелаю ей удачи.